Я, блядь, самый кривой проезжатель ви этого, блин, ручейка. У меня лучше всего получается вообще. Сейчас еще надо все по новой перезаписать, бля. А то у меня все стерто. Проблемная горка? Да нет. Ну такая хорошая. Когда ты снимаешь, это вообще говно. Надо, чтобы ты сбоку снимаешь. Ну я могу еще, наверное, засадить. Да. Ну, давай еще разок. Оно все равно страшно. Ну сейчас я меньше залетел. Слушай, ты вообще без разгона. Ты с места подъехал. Это называется первая передача. Она такой... На первый дает взрыв, понимаешь? Вот Сергей, вот он на второй. А ты вообще? Я не на второй. Я бы как Сергей лучше проезжал, вот так популярно. Вот эту херню я еще не проехал чисто, бля. Ну она с этой стороны легкая, вот стой, я ее все время проезжал. А мне кажется, наоборот, она с той стороны легкая. С паузой, понимаешь? Читерская версия. О, это тоже читерская. Вот мог бы сделать и меньше 10. Ну все, это уже время потеряно. В идеале, да, это ехать по этому бревну и перепрыгнуть сразу в ту коробку, да? Спокойнее надо чуть-чуть. Вот с этого можно, можно запрыгнуть сразу в ту коробку.
Надо записать, ну, чисто посмотрю на секундомер. Ай, блядь, он опять время потерял. Не, не будет 5. Вот сейчас 9 секунд. Бля, надо все-таки постараться еще хотя бы 7, блядь, сделать. Сука, нервы, нервы. Сейчас засечу. Всего 3 секунды снять. Вот это 4 секунды, но... Я одну секунду накидываю, так что 5 секунд уже есть. Сваливай ты с этого места. Сука, вот все равно после 3, блядь, останавливаюсь. Кто это? Да. Паша? Давай. Подключайся, надо сделать. Готово, засекали? Сейчас 20. 20? А ты говорил 15, да? Сейчас, сейчас попробую еще. По-нарушке там же самое. По-нарушке только ты. Сергей за 5 секунд ебал. 5 секунд побуду, не враг. Дай, поедь еще. Сейчас. Сергей поехал. Ну, примерно посередине, да. Блесик, блядь. Заход, главное, вот отсюда, а дальше все, прыжки, бля. Вот тут. Ему на морду не упало там? Держите. Так тоже бывает неприятно. Бревно, да? Чтоб не прыгали, положили бревно. Больше коксу надо тогда, чтобы долетать. А, ну то есть либо его перелезть надо просто. Ну я сейчас прыгнул, но понимаешь, чуть-чуть приземлил в бортик задним колесом. Если бы бревно, все было бы пизда просто. Ёб твою мать! Заехал наверху, знаешь, спускаться, блядь. А он хлоп и заглох на самом верху. Вот так. Тупо, блядь, заглох наверху. Блядь, и все. Зачем ты Сашу повторяешь? Так нечестно. Твой хвост нормально прирос, у тебя фирменный тюнинг, блин. Да, который не дает.
Попробовал сейчас именно так плавнее отпустить, все равно, блядь, скользит. Ну вот Сергей сейчас неплохо.